Всем привет, с вами Лев, это вторая серия незовских похождений в Майнкрафте. В принципе, давайте начинать. У нас как бы теперь появилась светлая пыль, да, я ее добыл только что, и давайте сразу же мы запитаем наш якорь возрождения, потому что без него все будет очень плохо. Да, вот, отлично, я его запитал полностью наконец-то и получаю даже достижение. Нифига себе, это неплохо, это неплохо. Так, хорошо. У меня есть план на эту серию даже. Мы, короче, будем строить какую-то базу, я не знаю, ну, чтобы как-то можно было здесь жить и не бояться то, что меня кто-нибудь убьет. Так, с чего же начать, я не знаю. Давайте я, наверное, пока что буду эти лозы убирать. Лианы эти красные, так сказать. Или кровавые лианы, вот как их называть, я не знаю. Так, эти деревья, естественно, мы срубим, наверное. Может быть, прямо сейчас, не знаю. Надо золото добывать, потому что я сейчас думаю, то, что нужна еще золотая броня. Все-таки защита хорошая достаточно. То есть половина защиты, даже чуть больше. Знаете, что я еще вспомнил? Тут же в новых версиях теперь работают нормально мотыги. То есть я могу еще вот эти красные блоки использовать. Этот красный нарост, или как-то он так называется. Я не помню, честное слово. Но он добывает блок незерского нароста. Окей. Мотыга быстрее добывает, то есть смотрите, вот так вот и вот так вот, то есть видите, быстрее добывает. Наконец-то мотыги что-то делают, да, они быстрее ломают некоторые блоки, листья всякие и так далее, сено и многое другое. Я сейчас буду что-то строить, пытаться, ну ты, но он меня боится, это уже хорошо, так. Давайте, я не знаю, здесь у нас будет проход или выход, не знаю. То есть просто какая-то стенка. Вот как-то так. Не очень, конечно, соглашусь, но все-таки какая-то база, чтобы на нас не нападали кабаны и так далее. Так. А! Нихера себе, я испугался сейчас. Тихо. Нет! Нет, 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 нет! Нет! Ой-ой-ой-ой, что-то он прям напал на базу мою. Жесть. Отстань. Охренеть. У меня все нормально здесь, ничего не взорвалось. Я пока что просто какую-то стенку строю, вот и вся база, в принципе. Но, естественно, база должна быть крутой какая-то. То есть она не должна быть просто вот стенки вот такие вот и все. Поэтому надо как-то думать. Давайте все-таки золото. Не понял. У меня шлем был. Слышь ты! Да ты собака! Он шлем украл мой, он надел его, тварь! Пошел нахер! Он меня убил, непонятно зачем, у меня же шлем был на голове, ты чё, тварь? Он же меня просто так убил, ты чё? А так разве есть? Так можно? Так можно? Типа, если у меня будет вся экипировка, то меня вообще никто не тронет. Типа, шлем это еще не все, надо все-таки добывать эти ресурсы. Ладно. Давайте золото добывать все-таки. Золото это всегда хорошо и всегда нужно. Особенно, когда мы еще в обычный миг когда-нибудь, может быть, попадем. А может быть и нет. Может быть, я вообще это прохождение заброшу. Но мне, в принципе, нравится. Я не знаю, как вам. Но я думаю, то, что вам тоже достаточно сильно нравится. Первая серия, в принципе, многим понравилась. Поэтому почему бы и не продолжать. Да я и собирался, в принципе, продолжать. Поэтому, если что, то, думаю, серии 10 я засниму точно. Как минимум. Я пройду. Ладно. Ну, это было весело. У меня уже заканчивается кирка деревянная. Но золотую кирку я хочу только для добычи золота использовать. Так, есть. Хотя бы вылезу. Она быстро добывает. Это плюс. Но я хочу добывать именно правильные блоки. Потому что все-таки прочность маленькая. Так, вот так я могу сделать. Прочность маленькая, но у нас уже
Вот это уже неплохо. Я думал, то, что у меня всего лишь сок Ти наггетса, оказалось так и сок Ти. Даже лучше, чем думал. Чернит! Четко! У меня четкий биом, у меня вулканический биом. Кстати, он называется как-то дельты какие-то, эти самые, как он называется? Базальтовые дельты, по-моему, он называется этот биом. Офигенно, чернит нашел, это булыжник, если по-русски говорить. Четко, сразу каменные инструменты во второй серии. Это лучше просто, я не знаю. Базу, может быть, кстати, уже в следующей серии буду. В следующей серии, наверное, базу уже буду строить. Или в следующей, или за кадром. Хорошо, у нас есть 4 черни... Ой, 4, 9 чернита. Делаем, естественно, кирку. Зато у них большая прочность, у кирок этих. Это очень хорошо. Я не знаю. Я, наверное, нагрудник скрафчу. Потому что могу. Потому что могу. Вот, видите, как клево. Прям уже наполовину золотой. Это идеально. Это идеально. Хорошо, ладно, давайте что-нибудь копать. У нас тебе и каменная кирка. Это вообще круто. Это просто крутяк. Лианы эти, блин. Кровавые, или как я их теперь называть буду, не знаю. Наверное, так и буду. Все-таки. Что-то они реагируют. Мне как-то это не нравится, когда я ломаю золото. Слышите звук? Твою мать! Блин, что я так паникую, я не понимаю. Зачем я так... Зачем я так ору? Я все время про это забываю. Я только сейчас, кстати, вспомнил о том, что реально они реагируют, когда ты золото ломаешь. Плюс еще обзоры посмотрел. Поэтому теперь я больше, ну как-то побольше все знаю. Это, естественно, хорошо. Где-то здесь гаст. Непонятно, правда, где. Ну, где-то он есть. Да. Это что такое? Пиглин. Ну, ладно. Кстати, минус одна жизнь. Ну, запитывать я не вижу пока что смысла. Плюс еще золото, кстати. Мы уже можем, я так понимаю, сразу штаны скрафтить. Отлично. Так. Складываем. Все ненужное. Давайте сходим туда, где чернит опять. Я хочу в этом биоме немножечко погулять. А то мы что-то всю первую серию где-то и в обычном биоме, вот в этом адском, и в этом багровом лесу были, и все. Кстати, интересно, а где искаженный лес? Вот искаженный лес я тоже найти хочу. Без него вообще как-то не очень будет. Золота много не бывает. Как и с железом, так как и с алмазами и так далее. То есть много не бывает. Поэтому, в принципе, давайте добудем. Это будет глупо звучать, но я забыл, где этот биом. Я просто гениальный человек. Откуда вы появились? Ты чё? Лови его! Чё произошло сейчас? Это немножечко странно получилось. Ладно. Я ничего не понял, но ладно. Я сделаю вид, что я что-то понял. На самом деле, нифига. А чё они заспавнились-то, я вообще не понимаю. Они же только в искаженном лесу должны спавниться. Я даже в шоке, то, что их в таких количествах. Ладно, один-то. Ну, их 4 заспавнилось. Где мои вещи-то? Я слепой нифига не вижу, да? На самом деле, я правда нифига. Ты издеваешься. Ну я ж случайно. Давай договоримся, я случайно это сделал. Я даже не вижу его. Давайте сделаю вид, что я это самое, я типа нормально все. Давай сделаем реально вид, что все хорошо. Ну вроде он, кстати, ушел. Но может и напасть. Так. Блин, ну капец. Я на самом деле здесь из-за солнца ничего не вижу, поэтому я сегодня туплю сильно достаточно. Кстати, эти доски в лаве не горят. Я думаю, это и так понятно. Но все-таки. Они же не прям в лаве стоят, поэтому... А, вот здесь этот биом, хорошо. Я что-то реально забыл, где он находится. Вот здесь я скопал все дело, по-моему, да? О.
Хорошо, в новый биом перешли. Тут другие звуки. Мне они, кстати, более нравятся сильно. Ну хотя кому как. В принципе. Булыжник, видите. Мне кажется, он чуть быстрее даже добывается, чем в обычном мире. Хотя могу ошибаться, я что-то... Я мог забыть. Хотя мне как железный кирка какая-то, мне кажется. Жесткие звуки, конечно. Такие прям... Здесь страшно на самом деле в этом биоме-то. И красиво. Так. Блин, еще вот эти можно блоки забрать. Я не знаю, зачем я сюда решил опять пойти. На самом деле нам чернит нужен. Ну и посмотреть, что здесь да как можно. Ой, а что так физи-то? Есть еще какой-нибудь мухомор? Мне нужна еда. О! Трещит. Так. Жесть. У меня не видит, да? Вроде не видит. Так, вот у нас еще чернит. Осторожно. Умирать не хочется, особенно здесь. Ну, сейчас, кстати, я нормально вижу все более-менее. Блин, я сейчас реально умру. У меня видят. Это еще хуже. Я хочу где-то вот здесь выбраться сверху. Я же и сверху где-то... Да, и здесь я был. Блин, здесь все так светло, приятно. Я бы здесь жил, если честно. О, мухоморы. Грибы, наконец-то. Могу поесть. Есть. Отлично. Потому что без еды тут реально долго не переживешь. Не поживешь, не переживешь, поэтому... Так, ну я думаю, отсюда уже надо уходить. Красивый биом. Мне вообще здесь все биомы нравятся, если честно. Я, кстати, хочу поторговаться с этими свинозомби. Точнее, фу ты, свинозомби. Свинозомби, вот они. С этими самыми моими пиглинами. Вот. Так. Я сегодня особо даже видео не собирался делать. Просто сейчас время появилось, я решил заснять, поэтому я как-то особо... Блин, я чуть в лаву не упал опять. Я сейчас, когда упал, я прям подумал то, что все. До свидания. Блин, газ-то слышу, он очень близко явно. Так. Осторожно, осторожно. И быстро, и осторожно. Давайте бежим. Бежим домой. Благо, он близко достаточно. Поэтому проблем особо не будет. Так, вот здесь. Все, добро пожаловать назад домой. Пиглины нормальные, пиглины нормальные. О, маленький. А чё их так много здесь? Хорошо, давайте все вещи сюда скинем. Я хочу поторговаться. Они должны всякие крутые плюхи давать. Может быть, гнилую плоть. Может быть, там, не знаю, песок душ. Может быть, еще что-нибудь. Пацаны, гули-гули-гули. Или как вас там? Или выкинуть золото надо? Давай, держи. Я кликнул по нему, если что. Давай. Обсидиан! Блин, а получается, можно портал было снести. А то это нечестно. Я подумаю над этим решением. Может быть, я его снесу. Так, давай еще. Да куда ты убежал? Я могу, видите, вот так вот скинуть. И он прибежит. Он мне дал 6 эндер жемчуга. Это просто охренеть можно. Если честно. Давай, держи. Еще. Можно и сразу тому дать. Опа! Плачущий обсидиан. Вот это мне нравится. И незакварц. Спасибо. Но эндер жемчуги это хорошая тема. Это, кстати, можно в край отправиться в будущем. Ну, прикольно. Прикольно, можно будет пробовать. Но, наверное, особо сейчас я этим заниматься не буду. Надо другим заняться. А где у меня штан? Да ты задрал. Второй раз за видео.
Да ты давай! Падла! На тебе по голове! О-о! Ты чё? Бунт! Бунт! Тихо-тихо, опасно! Нападают пироды! Опасно! Вот то-то-то! Есть! Фух, блин, капец! Я только про штаны вспомнил, меня вальнули. О, еда. Они еще убили этого самого кабана. Жесть. Как он называется-то? Свинопотам, по-моему, он называется. Хотя могу ошибаться. Короче, я еще штаны скрафтил. Ну, жесть, конечно, это. Причем полная. Вот, давайте сделаем багровые двери. Ну, это как обычные доски, если что. То есть мы можем всякие двери крафтить, вот такие вот красивые. И многое-многое другое. Еще вот здесь надо выход сделать. Вот. Ну, вот как-то так. Конечно, такое себе. Ну ладно, у нас теперь появятся и печки, и всякие каменные инструменты, и все на свете. Это просто идеально. Я считаю, это идеально. Вот, есть у нас каменный меч. Есть у нас топорик. Я там сейчас сделаю кирку, наверное, за кадром. Может быть и нет. Вот, у нас есть печь. Хорошо. Можно, кстати, какой-нибудь костер сделать. Тоже такая идея появилась. Давайте добудем дерево. Нам еще уголь нужен. Поэтому... А мы можем, кстати, вот так вот. Смотрите, мы сейчас бьем эти доски. Можно ли с помощью них что-нибудь вот так вот жарить? Нельзя. Они не используются как топливо. И палка как топливо не используется. Чего? А, это эти не переплавляют. Мне это нифига не нравится. Жесть. Все, они не используются как топливо. Жесть. Я не знаю, зачем я это делаю, но может быть что-нибудь ценное дадут. О, что-то дали. Песок душ 16 штук. Это очень неплохо. Я могу сейчас сделать сильнее предметы. И гравий 14 штук. Гравий, кстати, обязательно нам нужен, потому что мы можем сбежать в обычный мир. У нас теперь кремень получился. Появился. Чернит всякие есть. Короче, все хорошо. Все хорошо, это такая серия, больше такая будет, ну не знаю, такая себе серия, наверное, но все-таки, то есть, почему такая себе, потому что я что-то сегодня как-то запинаюсь, как-то так, то есть особо вообще не готовился записывать это видео, прям вообще взял такое чисто, включил и начал как-то записывать, поэтому, как-то так, получается, сильно зомби здесь гуляет. Ладно, в принципе, в следующей серии продолжим. Будем, я не знаю, еще что-нибудь делать. Базу, может быть, я не всей какую-то построю. Реально здесь пол поменяю. Может быть, реально какую-нибудь крышу сделаю над головой. Но пока что как-то так. Можно еще запитать эту штуку. Жизнь не всегда понадобится. Про это не надо забывать. Всем пока, в принципе. Пока-пока. И удачи. Пока-пока.